You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountaineers. And soon, my friend, you'll see them again, the ones you left behind, the ones you left behind. And I'll sing for you. Всем большой привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Уже довольно долго не было новых видео, и из названия вы, наверное, догадались, почему. В октябре у меня вышла книга, и весь месяц так или иначе был посвящен этому событию. Я ездила в Петербург на ее презентацию, и сегодня хочу рассказать вам всю историю создания книги, о каких-то сложностях, переживаниях и открытиях. И еще в конце будет небольшой уютный и осенний влог из Петербурга. Надеюсь, что вам будет интересно, и сейчас давайте покажу вам саму книгу, чтобы вы понимали, о чем вообще идет речь. Вот так она выглядит, и она называется «Книга вдохновения». Она, конечно же, о самом вдохновении на красивую, эстетичную повседневность, на поиск радости в каких-то простых, обыденных вещах. И еще она о сезонности. Она разделена на 4 части — весна, лето, осень и зима. И на каждое время года в ней собраны рецепты, мастер-классы, идеи декора дома, подготовки к праздникам. Еще в ней есть главы о стиле и сезонном гардеробе, есть списки, чек-листы по месяцам. В общем, очень много всего интересного, чтобы полюбить каждое время года и проживать его очень уютно и атмосферно. Итак, с чего вообще все началось? Год назад, в конце сентября, мне в Инстаграме в директ пришло письмо от издательства с предложением издать книгу. Я тогда безумно обрадовалась и сразу же согласилась, хотя, вот, честно, никогда не мечтала написать книгу. Мне хотелось иллюстрировать их своими фотографиями, именно как фотограф, но писателем я стать никогда не хотела. Но я, конечно же, тут же согласилась, потому что это такой интересный проект и такой простор для творчества. Мы перешли уже на почту и стали обсуждать идею и какие-то детали договора, которые нужны именно для составления. Идея у меня появилась сразу, она как будто бы лежала на поверхности. Это продолжение того, чем я занимаюсь последние 4,5 года в своем блоге. Главному редактору идея очень понравилась, и мы сразу начали обсуждать уже план книги. Мне нужно было составить его в самом начале, прописать буквально по главам, даже конкретные мастер-классы и рецепты. Конечно, в процессе он немного менялся, но совсем незначительно. По большей части план книги был готов уже в прошлом октябре. А сейчас немного отвлечемся от книги. Я хочу рассказать вам о своем любимом приложении для обработки фотографий. Это Adobe Lightroom. Это бесплатное приложение, очень интуитивно понятное, но в то же время это профессиональная программа, с помощью которой можно создать свою собственную обработку, сохранить ее в пресет и затем уже накладывать ее на все остальные фотографии, выдерживая единый стиль. Например, мои фотографии очень теплые, винтажные, и в Lightroom я в основном работаю с цветами, делаю их более теплыми и менее насыщенными, также добавляю четкость и обязательно зернистость. В отдельных случаях корректирую экспозицию, баланс белого, горизонт. Это такие базовые настройки, но, например, для ретуши можно использовать восстанавливающую кисть и маски. Это уже функции премиум-версии, но весь основной функционал, конечно же, бесплатный, и скачать приложение можно по ссылке наверху и внизу в описании.
После того, как план книги был утвержден, я уже приступила к самостоятельной работе. Я завела себе красивый блокнот, в который писала идеи, какие-то планы, писала туда вдохновляющие фразы, которые мне приходили или которые я слышала. Он очень помогал мне настроиться на работу. Сначала я все красиво писала от руки, оформляла стикерами. Меня это очень вдохновляло и как-то настраивало на работу, потому что сесть сразу за компьютер и начать работу порой очень сложно, а когда немножко посидишь в своих записях, сразу входишь в это состояние. Это, наверное, еще осталось со школы, но это действительно очень помогало мне на протяжении всей работы над книгой. Сами тексты я сначала писала в заметках, в телефоне, по ночам, а потом у меня появился ноутбук, и я стала работать за ним. Перед началом работы я листала свои блокноты, заваривала чай, зажигала свечи. И еще в Pages, в программе, в которой я писала, это аналог Word, я поменяла заливку страниц, сделала их светло-желтыми, изменила цвет шрифта на коричневый, также сделала буквицу, добавляла небольшие фотографии, как иллюстрации. В общем, сделала все, чтобы документ не был похож на диплом или курсовую и не сбивал с этого творческого настроя, когда нужно писать что-то вдохновляющее, уютное. В общем, это мне действительно очень сильно помогало. Если вы пишете книгу тоже в Word, вам не нравится такое классическое оформление, можете тоже попробовать сделать так же. Но тексты — это далеко не все, это лишь часть работы. И следующим большим этапом были фотографии. Здесь мне нужно было не только быть фотографом и сделать их, но и провести всю подготовительную работу. Нужно было разработать рецепты, опробовать их несколько раз, затем приготовить их уже на чистовую, сделать сервис. Также с мастер-классами, перед тем, как их снять, нужно было что-то сшить, что-то вышить, покрасить, снять весь процесс пошагово, затем отдельно снять обложку. В общем, это было довольно долго и трудно, несмотря на то, что я уже давно этим занимаюсь. Но поскольку книга шла плюсом к моей основной работе по блогу, то было довольно трудно распределять время и, самое главное, творческую энергию, потому что бывало, что силы, вдохновения то не хватало на одну часть, то на другую. Сейчас, оглядываясь уже на всю проделанную работу, я понимаю, что можно было делать фотографии намного меньше, потому что количество страниц ограничено, и не все вошло, очень многое пришлось сокращать, какие-то фотографии пришлось совмещать в коллажи, какие-то уменьшать, и в целом даже не все, что я планировала, я отсняла, но и то, что отсняла, еще не вошло, поэтому можно было так сильно не переживать и не планировать так много. Следующим этапом работы были иллюстрации. Я, конечно же, делала все параллельно, но мне так проще вам рассказать последовательно. По поводу иллюстраций я сразу же сказала издателю, что очень бы хотела сделать их сама. Мы сразу обсудили этот момент, мне дали добро. Для меня это было очень важным. Я не художник, не иллюстратор и рисовать никогда не училась, но мне очень хотелось сделать иллюстрации самой, потому что я с детства очень люблю авторские иллюстрации. Мне кажется, что они погружают в мир автора, делают его более реальным, наполненным, как, например, «Маленький принц» Экзюпери, «Мумитролли» Туви Янсен, акварельные иллюстрации Беатрис Поттер, Эдит Холден, Таша Тюдор. Мне это очень близко, но я же иллюстрации решила делать не цветными, чтобы они не спорили с фотографиями и не было перебора. Я рисовала их линерами в скетчбуке, затем фотографировала и уже в фотошопе отделяла их от фона и красила в коричневый цвет.
Еще одна очень важная деталь – это сезонные рамочки на страницах. Это тоже истории из моих детских книг. Я очень любила их разглядывать, и поэтому хотела сделать их и в своей книге. Их я тоже рисовала от руки, затем уже скомпоновывала на компьютере. Я даже боюсь посчитать, сколько раз я их переделывала. Это было действительно сотни вариантов, и я очень довольна, как в итоге получилось. Весной это нарциссы, летом шиповник, осенью это желуди и дубовые листья, а зимой астролист. Эти все растения я очень люблю, они у меня ассоциируются с каждым временем года. На каждый сезон есть несколько вариантов рамочек, есть уголки, есть сплошные рамки и есть более насыщенные, жирные на страницах, которые разделяют каждую часть, так что это еще делает книгу более интересной, продуманной. Все эти детали, конечно, создавались очень долго, но лично для меня это играет огромную роль. Также от руки я рисовала форзац. Мне очень хотелось, чтобы это были ромбики, как на старинных обоях. И между ними я решила расположить небольшие иллюстрации. Какие-то из них встречаются на страницах, какие-то только форзацы. Еще одной большой частью работы были коллажи в главах о сезонном стиле. Я просто обожала подобные подборки в журналах, так что очень хотела добавить их и в свою книгу. Все вещи в них из моего личного гардероба. Каждую деталь я снимала отдельно, затем вырезала и собирала в коллажи. Самой сложной и самой волнительной частью для меня была обложка. Я сразу же знала примерно, чего я хочу. Когда уже дошел черед до нее, когда мы стали обсуждать это с редакторами, дизайнером, я прислала прямо все свои пожелания, референсы винтажных обложек, которые мне очень нравились. Мне казалось, что я достаточно конкретно описала, что я примерно вижу, но поскольку я сама не знала, что именно это должно быть, то я решила, что лучше довериться дизайнеру, и я просто ждала, когда мне пришлют варианты. Но когда мне их прислали, я очень сильно расстроилась. Я помню, что я расплакалась и вообще стала очень сильно переживать, потому что они не были плохими, но это было совершенно не в моем стиле. Они были не винтажными, они не отражали содержание книги. И я тогда действительно сильно запереживала, получится ли вообще сделать эту книгу именно моей. Но меня все успокоили, сказали, что это не окончательные варианты и все еще можно переделать. Тогда я взялась за обложку сама, я сделала фотографию ткани для фона, вырезала овал фотографии. Эту фотографию сделал мой муж на съемке «Эны зеленых крыш», и мне кажется, что она полностью отражает вот это самое вдохновение, что-то легкое, неуловимое. Этот кадр получился случайно, и от этого он еще более ценный для меня. Затем я сделала расположение, что название будет наверху, внизу будет автор, и мне было очень важно, чтобы была красивая рамочка вокруг овала. Первого раза рамочка у меня не очень хорошо получилась, но потом я решила просто подставить рамку из сезона лета с шиповником, и в итоге получилось просто потрясающе, мне очень нравится, и вся команда тоже была в восторге. В общем, мы оставили этот вариант. Еще во время моей работы над материалами мы постоянно были на связи с командой, обсуждали какие-то варианты верстки, шрифты, макеты. За всем этим стоит действительно очень много работы. И финальный вариант верстки уже делали летом. Я тогда просто была в ожидании финального макета, который готовили перед печатью. Также летом, когда уже вся моя часть была сделана, тексты вычитывались корректором на несколько раз, также редактором. И вот здесь я хочу поделиться с вами такой, можно сказать, ошибкой или тем, что я бы сделала в следующий раз иначе. Мне прислали после вычитки уже готовые тексты, и в них не было никаких исправлений. То есть я не видела, что именно исправили или заменили, или убрали. И уже после того, как книга вышла, я уже увидела, что какие-то абзацы убрали, что-то сократили. И не скажу, что это критично, и я полностью доверяю редактору и корректорам, но в следующий раз мне бы, наверное, хотелось знать, что именно убрали, сократили и почему, чтобы не потерять что-то важное именно для меня. Когда все этапы работы были проделаны, утвердили макет и сделали цветопробы, то книгу уже отправили в печать, и мы ждали тираж где-то в начале ноября, но в итоге его сделали намного раньше, где-то в начале октября. Буквально на следующий день после официального старта продаж на Лабиринте появился такой значок, что моя книга вышла на первое место среди всей нехудожественной литературы, а буквально еще через несколько дней она стала первой вообще среди всех книг Лабиринта.
лабиринта. Это было очень приятно, хотя, конечно, это не сравнится с теми сообщениями, видео, рецензиями, отзывами, которые мне приходили. Мне было сложно поверить, что она настолько понравилась, потому что, понимаете, книгу я делала целый год, и я уже успела забыть, сколько труда и времени в нее вложено. И когда она вышла, уже было такое ощущение, как будто бы она просто взялась ниоткуда и ничего мне не стоило. Но на самом деле это, конечно, не так. Еще одним очень важным событием, для меня даже более волнительным, было то, что в день выхода книги утвердили читательскую встречу в Петербурге в самом главном книжном магазине в Доме книги. Это Зингер на Невском проспекте. Для меня это было мечтой, потому что когда как раз обсуждали книгу в самом начале, еще прошлой осенью, мы как раз с Кириллом были в Петербурге, и мы были в Доме книги, и я тогда спросила Кирилла: ты представляешь, вот здесь вот сделать встречу, как бы это было потрясающе. И мы тогда такие: да. И это была просто мечта, это казалось чем-то вообще нереальным, но в итоге встречу утвердили именно там. В день презентации, 22 октября, утром у меня был прямой эфир, а вечером была сама презентация. В пятницу утром за мной приехала машина, и меня отвезли в студию, где проходят съемки телеканала Санкт-Петербург. Там был гример, меня немного припудрили, причесали, надели мне микрофон. Все это заняло буквально 10 минут, и затем меня уже привели в студию, где я познакомилась с ведущими. У нас была буквально минутка перед началом эфира. Я тогда еще совсем не волновалась. Все были настолько милые, приятные, и вообще вся обстановка настолько душевная. Я совершенно не ожидала, что такое может быть на телевидении. В общем, все шло хорошо, но когда именно началась съемка, тогда я начала волноваться. И, конечно, эфир пролетел просто за секунду, времени было совсем немножко. Я только разогналась, отвечая на вопросы. Кстати, вопросы я не знала. У нас в гостях ее автор Дарья Левина. Утро. Доброе утро. Прекрасно. Это творчество и способ выражения себя. Уже еще одна часть жизни. Спасибо вам огромное за то, что наполнили нашу студию этим. А теперь о самом главном, о презентации. Я даже надела платье, которое выбрала для того вечера. Оно бордовое, вельветовое и, мне кажется, такое октябрьское по настроению. Но об эмоциях мне до сих пор сложно говорить. Я была настолько взволнована и в то же время абсолютно счастлива. Лучше я покажу вам кусочки того дня, чтобы вы сами прочувствовали его атмосферу. После всех волнующих событий я решила остаться в Петербурге еще на несколько дней, ведь на презентацию я прилетела из Новосибирска. Я хотела встретиться с друзьями, провести несколько съемок и просто немного погулять по городу.
Еще одним прекрасным моментом этой поездки была встреча с Лиз Киндол, моей подругой по переписке и просто невероятно талантливым человеком. Мы виделись с ней вживую впервые, и это было просто волшебно. Настолько уютно, душевно, тепло, как будто бы мы знаем друг друга всю жизнь. Memories, the best things you ever had. So much shown, beat down on bony back. So far from home, where the ocean stood down dust and pine cone tracks. А еще у меня было несколько творческих съемок, невероятно атмосферных и немного мистических, так что я вернулась домой вдохновленной и с новыми идеями. Большое вам спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что это долгое разговорное видео вам понравилось. И все ссылки на книги я оставлю, конечно же, внизу. А с вами мы встретимся в следующем видео. Так что до встречи. Пока-пока.